Всем привет, дорогие друзья, с вами Скельтор. Это сегодня обзор на Samsung X640. Давайте вам покажем. Вот. Обои прикольный. Вот. Органайзер. Вот. Камера. Так работает. Вот. Простите. 10 не работает у меня. Уже не надо. Вот. Вода не обращайте внимания. Журнал. Да. Я, конечно же, включила. Мультимедиа. Звуки. Ну, вот. Ты чего ныешь, а? Смотрите уже. Вот. Теперь переходим к игровой теме. Нет, игры для запуска. А, ничего, Саша, игры потом скачаю. Вот настройки. Обои. Анимированные. Забыли же ему взять штаны. Ну что ж такое? Ну, что я плакаю? Язык. Высот стоит русский. И много других языков. И украинский. Причем. Вот тут. Вот. Автозон. Сори. Резатор какой-то, я случайно. Органайзер. Вот. Вот. МП. Здесь. МП здесь не поддерживает. Только мне день не поддерживает. Вот. Не работает оно. Вот. Песня запомнила. Вот. Не понял. Вот. Вот такие звуки есть на телефоне. Вот. И... вот. Вот. Мои звуки. Только скачут, то есть, и все.
Вот. Вот так вот. Здесь подсветка какая. Здесь светка. Да. Вот, синкалит. Послушайте. Послушайте. Вот. Вот. Пусти. Вот оно. Вот. Вот. Вот такие звуки. Комедийные. ММС не проверяю. С клавиатуры тоновый у меня. Вот. Вот. Один. Один. Так. Все. Цветовая схема. Образец второй. Вот такой. Вот такой есть. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Вот. Телефонная книга. Вот такая. Вот свой номер. Вот такой. Только недоступно. Ничего страшного. Вот. Вот. Идет поезд сообщение. Камера. Не поверю. Здрасте. Упала. Прикольно. Вот. Длину. И оригинальная зарядка. А вот она. Вот. И старый разъем. Вот такой. И зарядка такая смешная. Ну что, дорогие друзья, с вами был Скитор. Подписывайтесь на мой канал. И всем до свидания. Бай-бай. Целую всех.